Ну что, дамы и господа, прошу любить и жаловать. Новый видеоролик по такой прекрасной игре, как Geometry Dash. Не прошло и 3 месяцев. Ладно, в общем-то, шутки в сторону. Этому новому ролику поспособствовал выходу, точнее, этого ролика поспособствовал выход данного прекрасного уровня. Конечно же, не без греха, в декоре, в геймплее, не без багов, но как есть. Чтобы не соврать, этот уровень я, наверное, ждал, ну, с мая 2023 года. И отныне, что тогда, ну, теперь точно 100% это мой самый любимый уровень. Господи, он прекрасен, я вам так скажу. Даже комментарий напишем. Так, по попыткам у нас 177. Я вам даже больше скажу, была приватная копия, был сервер по этому уровню, вот, и тут 326 попыток у меня, ну тут голый лайаут, вот, я год назад в него наигрывал, ну и вот, соответственно, час назад я зашел на этот сервер, оказывается, он вышел еще 2 дня назад, вот, я этот последний год ждал, пока он выйдет, вот, и, естественно, когда я узнал, я прям бегом побежал это записывать, потому что это чудо. Я ждал, ну, наверное, не меньше, чем Cake by the Ocean и Waterfall, которые уже вышли. Ну, Waterfall еще не вышел, Cake by the Ocean вышел. А Waterfall вышел только превью финальный. Ну ладно, в общем-то, не суть. Слава богу, я это прошел, и все, я записал, и слава богу, этот уровень вышел, и все, хватит, я уже заплетаюсь. 1:46 ночи на часах. Все, nice.